Добрый день, я Гюлай, азербайджанка. Мне 18 лет, я студентка. Рисую с детства, когда училась в 7 классе, пошла на курсы рисования. Итак, о вашем конкурсе. О Golden Talent я узнала в конце прошлого года и решила участвовать. На конкурс представила 2 работы. Жюри высоко оценил мои работы, и я заняла 1-е и 2-е места. И сегодня я хочу представить работу на гранд-финал. Картина называется «Главная плакальщица старого пастуха». Автор картины Эдвин Лансир. Взяла и нарисовала. Картину я нарисовала на холсте масляными красками. На картине изображена собака, которая оплакивает своего умершего хозяина. Надеюсь, вам понравится.